очень многие хотят выйти замуж за богатого, да? Или очень сильно хотят, чтобы у них муж начал там баснословные деньги зарабатывать. Вот что вы насчет этого скажете? Такое безумное желание сейчас у девушек, особенно с развитием соцсетей. Угу. Ну, во-первых, мечтать не вредно, да? Вредно не мечтать, есть такое выражение. Но во-вторых, для того, чтобы привлечь в свою жизнь такого мужчину, надо самой стать такой. То есть состояние. Мужчина приходит на состояние. И какое внутреннее состояние у девушки, такой мужчина и будет приходить в ее жизнь. И если ей не нравится тот мужчина, который сейчас около нее, то значит проблема не в мужчине, проблема в ней. Понимаете? Поэтому желания очень хорошие, но для того, чтобы эти желания осуществились, надо работать над собой, над своим состоянием. Ой, ребята, всем здорово, Саныч. Такое интересное выражение, около нее, не с ней. То есть не с ней там живет, там встречается, да, около нее. Ну, как песик, да, подбежал такой около меня, там лег на коврик, да, около нее. Прикольно, говорит, надо, говорит, работать над собой, говорит, над своим внутренним состоянием. То, чтобы как бы не, ну, он должен соответствовать миллионами долларов, там, да, и так далее. А она будет работать над собой, над своим внутренним состоянием. То есть она сядет, будет медитировать, там, не знаю, там, карму свою очищать, там, лети-лети, никого не зацепи, короче, там и так далее, да. А мужчина будет въебывать, извиняюсь, на бизнесах, работах там и так далее, да. То есть, ну, он же должен соответствовать и внутреннему состоянию. Заебись, устроились, чаечки, да, короче, сидит на пляже, медитирует, винишко подтягивает, короче, а что, я строю свое внутреннее состояние. А ты хренять зарабатывай, да. Классное соответствие.